Несколько десятков предпринимателей и бизнесменов района приняли участие в открытой приемной для бизнеса, созданной по инициативе Гродненского облсполкома. Этот формат взаимодействия с предпринимателями района прошел впервые, однако вызвал в локальных бизнес-кругах большой ажиотаж. Возможность напрямую, без очередей и бюрократических проволочек, задать вопрос юристам, консультантам, представителям банков или ведомств, которые тесно работают с предпринимателями, оказалась очень востребованной. Так, например, один из посетителей открытой приемной сетовал на слишком высокую аренду помещений для своей частной футбольной школы и искал каких-либо возможных выгодных альтернатив и решений. Представители малого бизнеса в пищевой отрасли также пожаловались на определенные препоны стандартизации, из-за которых не всегда получается полностью соответствовать запросам рынка и потребителей, что сказывается на прибыли и даже имидже предприятия. Предприниматели отметили, что такой формат работы оказался очень удобным и, надеются, эффективным. В ближайшее время подобные открытые приемные для бизнеса пройдут в Волковыске и Скиделе. Ведь к нам приходят не только бизнес частный, к нам приходят и государственные представители государственных предприятий, да, среднего, крупного, мелкого бизнеса. Когда мы задумали такое мероприятие, организацию, так называли, открытое приемное для бизнеса, мы делали ставку на, скажем так, сделали ставку на информирование не просто той темы, которая нам интересна или сейчас обсуждается, или новое законодательство, а ставку делали на то, что все-таки интересует и чем болеет бизнес в регионе. Для того, чтобы вот эти вот вопросы в режиме онлайн прямо здесь решить, снять, разъяснить.